А сейчас также в номинации «Театральное искусство», но возрастная категория старше от 18 лет, выступит Народный драматический театр Пушкинского районного дома культуры. Дуэт «Царя и Мурышкины» из оперетты Дмитриева «Левша». Царь! Троны тот с собой таскать приходится. Уставишь? Сопрут! Пить дать сопрут. Потом ши, свиши. Эх, работа царская. Ой, коварная, неблагородная, неблагодарная. Кругом советники бездарные. Министры того и гляди, ручищу казну запустят. Замучился с царицею, ей бы только платье шить по заграницею. Все на мне, и казна, и война, и жена. А тут и шо, батюшка мой, перед самой смертью с неофициальным визитом в Лондон съездил. И тамошняя королевна Елизавета, ну, Лизка по-нашему, презент ему, ну, подарок по-нашему сделала. Что за презент, знать не знаю. Знаю только одно. Тышу серебром за него отгрохано. О, а у меня-то при дворе фрейлина есть одна, Ефродита Мурышкина. Преотвратная, скажу вам, баба. Семерых мужьев похоронила. Батюшку моего пережила. Матушку мою пережила. А там верить в мемуарии пишет. Ты же одна ночь прозывается. Она будет при этом презент чего-то знает. Позвать ко мне Мурышкину. Что такое? Мурышкину ко мне! Ты мне этим бонжуры заканчивай. У меня топереча при дворе переводчика нету, а по ихнему калякать я не умею. Ой, здравствуй, царя, батюшка. О, вот по-нашему. Ой. Проходи, родимая, проходи. Присаживайся. Господи, только бы не развалилась. Присаживайся. Присаживайся. Вспоминай, в коем годе ты с моим батюшкой-то в Лондон ездила? Чего видывала? Чего слыхивала? Так что там увидишь, что? Туман кругом. Туман. А коли туману нету, так и глядеть-то не на да, что. Ну. Мужики! Чего? В юбках ходят! Ну, в юбках мужики! Разве же это мужики? Да ты не о том, Родемая! Ты вспоминай, какой презент ихняя королева сделала моему батюшке? Вспоминай! Ой, так запамятовала я! Запамятовала! Вспоминай! Говорю же тебе, запамятовала. Ну, вспоминай. Ну. А какие подарки-то мне ваш батюшка делал? До сих пор помню. Кольцо с рубином. Ух ты! Колье с агатом. Перстень он, а стрекорату! Перстень-то поди у матушки спер! Часы с боем. Ой,
Часы мне с таким боем тебе достались. Вот. Ваша матушка, о, царствие небесное. Чуть не все волосенки за этих часов и не повыдержала. Пугала чудителя, а если бы здесь был глаз. Вспоминай, кто еще в тот Лондон-то ездил. Ну, кто еще в тот Лондон-то ездил. Так, атаман Платов ездил. Ну. Вот это. Мужчин так мужчин. Ой, глаза, как молнии. Усы, как пики. Плечи. Ой, как у Палом Бельведерского. Грудь в орденах. Штаны с лампазами. Ой, разговаривать долго не любил. Только командовал. Ложись! Смирно! Все ясно и все понятно. Ой, мужчин так мужчин. Я ему в своих мемуариях аж 20 ночей отвела. И полгира. Ой. Ну и что ты? А у Тамана Платова был адъютантик. Такой молоденький. Хорошенькая. Потом статья Саул. Хватит. Корнет. Хватит. Капра. Хватит, говорю. Фельдфебель. Хватит, говорю. Ой, фельдфебель тоже был. Хватит, говорю. Бог с тобой. Вспоминай своих мужиков. Но только давай договоримся. Не ниже офицерского суставу. Ой. Like
сердце плачет, а жизнь Народный драматический театр Пушкинского районного дома культуры.